Приветствую вас, дорогие друзья, на Divinity Original Sin. Хе-хей! Я Ира, да, и Севен. Мы тут Да-да-да. бегаем. Вчера, ага, вчера. В прошлой Вчера, серии мы тут. вчера, вчера, Вчера. вчера, конечно. В прошлой серии. Привет вам из будущего, да. В прошлой серии мы, короче говоря, занимались тут поваренными делами. Кстати, у нас произошел, по-моему, первый такой достаточно серьезный бой. Вот, зазнакомились с неким волшебником. Я так и не поняла, что толком-то, в общем-то, с этим Джунием произойдет, потому что сначала мы думали, что он с нами пойдет, да? Да, сейчас он что-то стоит, но может быть он потом пойдет. Пойдем вниз, да исследуем, что ли, окрестности, или чем мы тут не досмотрели. У меня почему-то такое ощущение, что мы что-то профукали. Я вообще хочу А мы здесь были нырнуть. уже. Я знаю. Но у меня такое ощущение, что мы что-то проглядели. И, кстати, лук у меня практически умер, ребят, поэтому я сейчас схожу с палкой и будем надеяться, что она мне не пригодится. А я с молотком. Нормально. Вот. Ну, Так, все, если а вот это, что. смотри, вот этот портал, но мы Но тут не, уже были. пока, мне кажется, не стоит в него прыгать. Это сейчас Не-не-не, телепортнемся куда-нибудь, не-не-не. вообще мозг сломается. Мне Да, и интересно, будет. чего будет. Односторонний портал, как в этих героях были. Такие специальные. Пока Так. не зайдешь, не узнаешь, в Джуни, чем. давай еще с ним поговорим. Немедленно уберите оружие, или я подам официальную жалобу в совет семьи. Извините за беспокойство, сейчас уберу его, прям как в Дивинити, опять же. Там тоже такая хрень была. О, не волнуйтесь, я просто предпочитаю общаться с незнакомцами, не рискуя лишиться главы. Так, кто ты? Я хочу задать еще несколько вопросов. Что ты хочешь узнать? А, ну все то же самое. Все, что я уже спрашивала. До свидания. До свидания. Все, пойдем. Может быть, он, не знаю. Вот, видишь, пошел. А, Куда? йо, о, вот они оба идут. Так, Классно. потому что мы... Ой, там рой какой-то непонятный, смотри. Это кто будет прям? Да, такие ду-ду-ду. Так, здесь старый посох земли с черепом. Ни хрена. Ого, Чё это посох за... земли с черепом. Да, сейчас я его себе поставлю. Он, кстати, у меня отображается, смотри, в руках. О, смотри на Вот, меня! прости. Такая вообще с рогами штукенция. Так, а здесь что-то есть О, кто интересное? орёт? Что случилось? А Кто-то что такое? дерется. Ой, смотри, там Подожди, не драка, верь мне. драка наверху, на севере. Бежим, 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 бежим. Смотри, причем один к тебе прикрепляется персонаж, другой ко мне. Видишь? Да, примерно, да. Ой, ключ. А, молоток. Клянусь кругомяда, что здесь произошло? Орки! Пошли к мосту. Пусть этими громилами разбираются искатели. Внизу А я вон думаю, знаешь, мы с тобой, дерутся. по-моему, в какой-то лагерь пришли или что? Так вот, смотри, мы можем тут спуститься и прийти к легионерам, которые там внизу дерутся. О, авто Господи, сохранение. сейчас ты меня так напугала. Ты же пошла вперед. О, помидор. Вот мы его и мы и будем давить. Да. Кстати, можешь мне его дать, я Лук, молотком его раздавлю. лук, лук, лук. Давай не сейчас. Я нашла лук. Я нашла лук. Целый, целый, целый лук. Ала-ла, я от стихии земли у него урон. Зашибись. Где, кстати, может посох? О, у меня, кстати, меч же вывалился. Подожди, сейчас я тебе дам. Смотри, какой! Смотри, как они пришли! Он Ой. сейчас такой прям подплыл. В атаку, смерть неверным. Пойдем поможем. Так, а с кем мы деремся-то? А, с орками деремся, все видно. Это Я, этих ну дайте такой, ход. Ну, уходи. этот ход Уходи. ходит. Подожди, дай добьет он его. Палка сейчас второй добьет. Смотри. О, может они к нам присоединятся? Не, ну, мы их так Прикольно. спасем. Они такие типа спасибо! Смотри, вот это огненная бочка. Бочка с маслом, кстати, бочка Мочи. с маслом. Фигач, Да, фигач, фигач по сейчас. ней. О, отлично. Так, сейчас. У меня где-то у меня был с этот что-то что там. А, блин, у меня что, свитки закончились? Странно, что мне недостаточно очков. А, понятно. Все, мне не хватает очков действия. Поэтому я просто отойду. Ух ты ж, господи. Какие Не, баталии. не бои тут вообще Слушаны. классные. Чё, Ага, у меня, чё? блин, свитки огненные закончились. Черт Да возьми, мы как это поджигать будем? я стрелой огненной подожгу нормально. Есть у тебя, да? Так. Главное бы его отшвырнуть вот этого туда. Их там, конечно, двое стоят, орк-шаман вон. Слушай, они такие жирные, эти орки. Я ему сейчас кулаком своим фигакнула, а он ему вообще по барабану. Я вижу. Да, молотком его Ну чё, добивай. кто там? Твоя же очередь, нет? Ты не да не... Да, ну а, не хватает, не хватает. Просто я ухожу. Ни хрена Больно. тебе дали.
10, ну нормально. Чё, жить можно. И базила. Вот этот мне не нравится сейчас его. Мои чары переломают тебе все кости, кричит эта тварь. Сейчас она докричится. Ну хорошо, что я блок взяла. О, отлично. Видишь, какой жирный, смотри, вообще не горит практически. Ничего, догорит скоро. Замечательно, салют. У меня тоже тут военные действия начались. Да-да-да. Ого. Очень приятно. Спасибо, конечно, что вы мне это фигакнули. Так, слышишь? Молодой орк. Иди ты нафиг. Как мимо-то? Ё-моё! Слушай, они вообще какие-то... Ну, нормально. Этот горит потихонечку. Подгорает, поджаривается. У него уже половина здоровья ушла. Ой, ему сейчас еще доснимут. Главное от этого мага шатать, потому что мне не нравится. Ну, он вообще зверский. Смотри, как он лечит. Нифига себе. Орки, кстати, в начале Divine Divinity, то есть когда только-только выходишь, они вообще убивали просто меня с одного раза. Я их только издалека, знаешь, по чуть-чуть так ковыряла. Так. У нас, слава богу, если что, тут с автосохранением было, если вдруг страшное что-нибудь будет. А, там, не хватает. Слушай, издалека этот черный сектант, видишь, второго уровня? Вот издалека. Он вообще фигачит. Будь здоров. По 10 этих единиц снимает. Это да. Давай, мужик, добей этого уродца, орка. Орка. О, орка подлечили, твари. У него, да, это уже не первый раз, кстати. Ай, господи, заклинашки все закончились. Придется молотком, что ли, фигачить, ё-моё. Я ж тебе меч дала. Молодец. Я тебе перед боем меч дала. Это молодец. Да молоток, уйдись. А, потом смогу. Ладно, но я подальше пока отойду просто. Да дай ты отойти ты, господи. Да отойдешь ты, конечно. Ползком. На полусогнутый. Ой, мужик, шатай, гада. Он все еще горит, кстати, орк, это радует меня. Он, правда, уворачивается, как бог. Для такого размера. Что-то он спрессал немножко. Мои чары переломают все кости, сейчас чувствую, тебе твои кости будут ломать. А я слишком вонючая, видимо, да? Отравленные стрелы. Сейчас я жахну. О, орка убили жирного. Так вот второй жирный стоит еще. О, класс. Может, тебя уже расфигачит как-нибудь? Вот этот, видишь, сектант? Видишь? Давай, добивай. Ему чуть-чуть осталось, я его отравила как следует вообще. Все, супер. Остался шаман. Я так представила, что завалится и на меня. Не, дальнего боя у меня что-то ничего нет. Заканчивай ход или что-нибудь там. Ну да. Такие бегут человечки. Я же вонючая, не подходи ко мне. Хотя он издалека же шмаляет, что ему. Так, мне уже плохо достаточно. Ух ты, хорошо ты ему вынесла. Жаль, желька не хватает выстрела одного, буквально одной единицы этой. Хода не хватает. Держитесь, парни, держитесь. Так, у меня, значит, очень интересно, что этот черный сектант, он против всех, смотри. И да, против легионеров, и против орков. Так, мне орков. Учиться бы. Это лучше зельем. А не, а зато это, вот эта вот штука, она в три захода лечит. Да это я знаю, но просто там же еще один ход нужен. Длительность два хода. Это хорошо вне, знаешь, боя. О, хорошо. Так, теперь я чувствую черного сектанта, да? Ох, сейчас. Да ему, я думаю, что много ему надо. Предлагаю подойти поближе. Долго восстанавливаются эти всякие пыльный дьявол и прочий таран. Ах, как козел.
Уворачивается еще. Нифига себе. Оу, шизофрения. Вот видишь, у тебя сейчас второй заход пошел, тоже второй ход пошел. Да. Так, 9 этих самых. Я что, не дойду? Блин, я не дойду. У меня дальнего боя ничего нету. Даже сетка. Срань, конечно. Извините за выражение. Нет, я могу только продолжить ближе подойти, и все. Ух ты ж ё. Все. Все, готов. Педали. Любопытно. И очень подозрительно. Ушел до срока. Далеко. Задолго до срока. Ты кто такой? Привет, искатель источника. Даже не знаю, кого бы мне было приятнее видеть на этих проклятых берегах. Легион приветствует тебя. Что здесь происходит? Проклятые орки снова зашевелились. Понятия не имею, что им понадобилось в Сайселе. Это уже второе нападение за 2 недели и, соответственно, второе поражение. Чё-то поражение, по-моему, отлично все. Их красомордый шаман даже метнул огненный шар в корабль, который стоит в гавани к западу отсюда. Огненный шар? И что стало с моряками? Сложно сказать. Корабль нужно спасать, иначе он затонет. У тебя есть какие-нибудь искательские трюки, которые могут затянуть синее небо дождевыми тучами? Нет. Если только я водную стрелу могу стрельнуть, но я не думаю, что это потушит весь пожар на корабле. Почему на стороне орков сражался человек? Понятия не имею, отчего эта собака спятила. Человек среди орков — это же как искатель источника в компании с волшебником источника. Не знаю, зачем кому-то понадобилось переходить на сторону этих убийц, но давай надеяться, что он просто хотел свести с кем-то счеты. Представляю, что было бы, если бы к списку наших врагов в Сайселе добавились еще и безумцы сторонники орков. А ты кто такой? О, я практически не отличаюсь от остальных солдат. То есть солдат номер 2, да? Здесь, в Сайселе, мы потеряли больше наших товарищей, чем другие теряют за всю свою карьеру. Понятно, до свидания. До свидания. Зелье сопротивления рядом. Огненная стрела. Еще так один в один встали. Огненная стрела, кстати, вот здесь вот есть. Я знаю, я только что. И вот тут еще кожаные доспехи лежат, если они тебе нужны. Наверняка. Это вот этот вот мачта, которая только что подвинулась, это была огненная стрела? Так, кожаные доспехи. Кстати, ты знаешь, я на этих самых нахожу, на людях нахожу зуб. Это ингредиент, вырванный зуб. Выбитый. О, кстати, книжка. Ну-ка, кузнец своего счастья, там второй. Сейчас посмотрим. Я поменяла, короче, доспех. У меня сиськи теперь закрыты, слава тебе, господи. Больше не щеголяю. А что, щеголяла? Ну, ты до этого немножко щеголяла, помню. У меня там все сиськи на выкат. Джуджуть. Так, хорошо, что тут есть-то еще? Я все время клыки каких-то говорю. Какие-то клыки орков нахожу. Раковина. Это самое. Нам же, кстати, по идее, нужно не сюда. Мы сюда просто так, видишь, зашли. А почему? А смотри, здесь же есть какой-то вроде проход, но... Вот, смотри. Видишь? Я смотрю, где люди, легионеры разговаривают с очарованной арчихой на севере. Она мухи, говорит, не обидит. Твоя подружка арчиха здесь, все равно что волчица в курятнике. Чушь! Послушай, как она урчит, моя красавица. Я такой дурак, понадеется на дешевое приворотное зелье с последней страницы журнала Ютулгора. Там, где мост, короче, да. Да, тут какие-то ворота, но я не знаю, можно ли будет пройти. Нам нужно вообще-то в другую сторону. Подожди, а что-то тут никого не обыскала, тут куча всех лежит. Так я вижу, что ты это делаешь. Я, кстати, вдоль этого иду сейчас, вдоль стен, по бережку. Там, где... где огонь горит, я сейчас, видимо, корабль буду тушить. Наш горит корабль, тушите корабль сейчас. А, нет. Блин, профукала я. Они тушат, смотри, блин, этот самый. Я профукала водную стрелу, потому что я стрельнула в корабль, но она не сработала, она в землю куда-то воткнулась. Что делать-то, как помочь? А она у тебя одна была, что ли? Да. Да ладно, найдем еще, не переживай.
Ой, какая музыка, так, господи. Может быть... Блин, здесь все столько, так много всего происходит одновременно. Что за шум? Словно дюжина котов дерутся за последнюю в мире макрель. А, я вижу, что здесь снова высадились орки. И судя по тому, с какой легкостью было отбито их нападение, могу прийти только к одному выводу. В Сайсил прибыли искатели источника. Друг мой, я радуюсь тебе, словно стакан охолодил. Ой, у меня такое ощущение, что сейчас свет вырубит. Лампочка как-то потусклее стала резко. Стакан холодного молока в жаркий день. Меня зовут Арху, я к твоим услугам. Это я вызвал тебя в этот несчастный город. Видишь ли, от убийства советника Джейка прямо-таки несет источником. Однако капитан Аурей, командующий легионом в Сайсиле, считает, что это всего лишь мои фантазии. Он вообще не хочет замечать ничего, кроме нежити. Почему ты думаешь, что советник Джейк был убит с помощью магии источника? Сложно сказать, но я усами чую, что здесь применили злые чары. Побывай на месте преступления и ставлю сардины против салата, ты скажешь то же самое. Кстати, это произошло в таверне Королевский краб. Легион взял ее под охрану. Орками, которых мы убили, командовал человек. Человек, говоришь? Серьезно? Ну это же как котенок во главе волчьей стаи. И все же, до меня дошли слухи о какой-то подозрительной секте, которая поддерживает связи даже с орками. Говорят, что они волшебники источника, но сейчас так говорят про всех, кто ведет себя странно. Не знаю, что и думать, но все равно спасибо. На подобные события стоит обратить внимание. В чем заключаются ваши проблемы с нежитью? Мертвецы. Но они же главная угроза для Сайсила, да? Они лезут из-под земли уже 2 года, и все 2 года тянется эта медленная война. Мертвяки и живые никак не могут окончательно победить друг друга. Легион их сдерживает, но, честно сказать, если бы не мои волшебные баллисты, они бы все нас уже одолели. Думаю, здесь поработали некроманты, но кто они и где прячутся? Увы, искать их здесь все равно, что вылавливать блоху в львиной гриве. Насколько мне известно, орки и раньше нападали на вас. К сожалению, это правда. Осажденный город задыхается, словно кот, в горло которому попал комок шерсти, и конца края этому пока не видно. Мы перекрыли все пути к западному берегу, где чаще всего видели орков. Клянусь своими 9 жизнями, я понятия не имею, что им там понадобилось. Что такое? Я поняла, кто этот персонаж. Что такое? Арху, ты ли это? Я молчу. Иначе это будет для тебя спойлером. Если ты будешь играть в Тюрантию. Арху, да? Архушечка! Что с тобой жизнь-то сделала? На берегу... Я-то думаю, почему он говорит так странно? Постоянно с сардинами сравнивает. Ребята... Это из Диван Дивинити, наверное, да? Да, 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 Арху. Я-то думаю, что-то знакомое имя. Он говорит постоянно 9 жизней там, постоянно что-то... Говорит про сардины, про салат и так далее. И про вот это... Про кота, который задыхается комком шерсти. Я-то думаю, что-то это... И вдруг до меня доходит озарение. О, боже. На берегу ничего интересного, только пещера с довольно сомнительной репутацией. Может, это глупцы ищут сокровища пиратов? Ха! Хорошо, что мы встретились встретили искателя источника. По-моему, нам о многом нужно поговорить. Заходи в любое время, в штабе легиона у меня есть лаборатория. Куда я посмотрю там тебя, господи? Когда придешь туда, просто поднимись по лестнице, но сначала зайди к Аурею. Пара-па-пара! Пара-па-пара! Ты все это знаешь, да? Ну да, да, да. Может, он и лает, словно бигль, которому прищемили хвост, но он де-факто городской глава Сайсила. И без его помощи ты далеко не продвинешься. Желаю тебе удачи, искатель. Пусть твои враги окажутся жалкими мышами, а ты бесстрашным мышеловом. Источник? Сектанты? Нежить? Орки? Похоже, нас ждет интересная работенка. Ну, тут хотя бы мы не соскучимся. Посмотрим, что это за Аурей, про которого что-то там рассказывали, наверное. Огонь, огонь, огонь! В порту горит корабль, подожженный орками. Надо его потушить, блин, как-то. Пойдем, что ли? Мы, кстати, позади оставили этих 2 чуваков. Может быть, вернемся, посмотрим, куда они сдриснули. Давай. А они на карте вообще у нас отмечены как-нибудь, нет? А, без понятия. А, у меня тоже там книжка добавилась про это, про кузнечное дело. Сейчас почитаю. У меня сейчас баба завыла. Да-да-да, у меня тоже. Угу. Не, конечно, игра офигенно выглядит и играется, и вообще. Ой, шикарно. Арху! Ребята! Арху!
Офигеть, я еще не ожидала. Где эти двое-то? А, они вернулись на свой пост. Перестали, вот, видимо, очень быстро, да. Так, ну что, пупсики, вы идете с нами, нет? А их ругают, легионер, по-моему. Вы можете обмениваться предметами с большинством персонажей, да. А я могу подслушать. Отличный день, отличный чтобы выпить. День, чтобы выпить или что-нибудь спеть, да? Так, подожди, а я с кем вообще разговариваю? С обоими, что ли? С Бибием. Кто ты? Мы легионеры, конечно же. Вы смотрел морков, они ведь нападают с моря. Одним богам известно, так зачем это они это делают. А, это мы читали, ну да. Все, да. Получается, повторяется, выход, да? Выход, так, выход. А... просто жми сразу. Утихни, да. Биби. Бэй. Бэй. Не, они, видимо, за нами пошли, и пока мы там втыкали, что происходит, они сказали, ой, что-то мы его не хотим, пойдем обратно. Да-да-да. Или что-нибудь такое то было. Есть, а, ну, по идее, они, по-моему, только показать нам должны были, по-моему, где находится. Слушай, здесь обычно все так быстро происходит, и субтитры такие маленькие. Да, что иногда не успеваешь. Да, не то, что не успеваешь, просто тупо даже не видишь, что они именно там говорят, потому что субтитрами или писически, а на слух не успеваешь, потому что музыка играет, ты говоришь, я говорю. Угу. Так, у меня рецепт доступен. Тебе тоже теперь, да? Конец своего счастья. Я часто подрабатываю ковкой топоров, но они у меня самые прочные во всем Ревелоне. Чем больше я этим занимаюсь, тем лучше они становятся. Иногда я целыми днями стою у наковальни и кую железо, пока горячо. Разумеется, на рынке можно найти топоры подешевле, но, уверяю вас, моя продукция превосходит любые импортные аналоги. Прикольно, то есть у нас рецепт теперь появился. Ага. Так, ну все, тогда идем. Красиво. В город. Красиво-то как. Красота. Слушай, я не понимаю, тут, представляешь, если такая каждая локация здесь так прям отличается какой-то своей индивидуальностью, видишь, сколько мы там зависать будем? А сколько я крафтить буду за кадром стрел или еще чего-нибудь? Ой, я уже наконечников целую тучу нашла. Нашла уже, да? О, круто. Да, наконечники. Надо бы еще ножик обзавестись. А, знаешь, как мы могли корабль потушить? Ты не могла стрелами. Вот тут кое-где бочки с водой попадаются постоянно. Вот, например, смотри. Видишь? Я не могу вытащить. Вот в углу. О, смотри, я около нее стою. Ага. Ну-ка. А я не могу ее перемещать. Это просто для красоты. Да, кстати. А, не-не-не, знаешь, почему не можем? Смотри. Убираешь? А я только что пыталась это сделать. А, ну, бесполезно. Так, подожди, если я отойду, ну-ка. Я... А, ну сразу, если рука красная, значит все. Или подожди, или разобрать, если вот так. Не-не, не получается. Не, все равно нет. Ну ладно. Мне это нужно какое-нибудь либо магическое, это самое. А чтобы потяжелее, ну-ка, да? Ну подожди, а я попробую. Здесь есть корзинка с водой. Или не с водой, но просто корзинка. Слушай, а я куда-то переместилась, подожди. А, знаешь, в каких краях с ворами в такие... А, блин, я, получается, украла, что ли? Если попадешься, стражники бросят тебя в тюрьму. Все понятно. Жора такой, конец. Ты только что молоток, да, подняла со скамейки? Да, да, да. Ну, пыталась, во всяком случае. Я и вижу. Я посмотрела на этот молоток, думаю, брать не буду, пожалуй. Так, как за... У меня ручонки-то загребущие. Как же потушить-то этот долбанный корабль? Мне бы водную стрелу или магическое что-то. Не, мне почему-то кажется, что бочками надо лечить. Сейчас, подожди, а где ты еще там? Я видела бочку. Так, слушай, ладно. А восклицательный знак горит, это что? Это мы с тобой что-то там решение какое-то должны принять. Я без понятия. Это поговорить обычно можно, когда восклицательный знак. Друг с другом? Да. Пошли разговаривать. Сейчас я пошоркаюсь тут. Ты его еще куда-то упилила. Я пыталась вот корабль потушить. Ведра стоят, это ж вообще фигня. А все, да, пропало. Да. А, может быть, это из-за того, что у тебя была эта штука. Ты своровала, типа там что-то. Ну, я, кстати, так не знала. Предупреждение. Точнее, с ними можно было бы поговорить, если бы мы... Какие хорошие! Бил такой. Жора, конец. Сыр. О, сыр, кстати, пригодится для пирога того. Я, кстати, сейчас прямо из-за бабаху, наверное, его. У меня, знаешь, у меня как в этом How to Survive с Карном. У меня постоянно еда, а у него оружие. Вот постоянно просто тесто. Так, у меня будет тесто для сырного хлеба. В мешке, который перевернут, вот. Лежит картошка.
Где картошка? Вот перевернутый, который мешок рядом с тобой. Ага. О, картошечка. Картофанчик. Картопля. Я, кстати, не могу сделать пирог с картошкой, жалко. Ладно, сырный хлеб будет. Сразу видно, мужчины создавали. Это же самое вкусное вообще. Да, пирожки с картошкой, это же вообще божественно. Да и пирог тоже с картошкой. Ой. А с рыбой сразу... с картошкой такое. Ой-ой-ой, а с рыбой с грибами. Вообще-вообще. Груда рыбы. Так. Ничего, если я возьму, у вас тут немножко. Нет, у нас ничего нет. Блин, да почему я не могу эту бочку-то поднять? Странная фигня. О, я могу с этим чуваком поговорить. Ой, не, не, это не чувак, это бык. Очень можно с тобой поговорить. Ну, может, стой. Ух ты ж, нифига себе. Рабочие. Ах, что может сравниться с запахом моря? Я ему такая, расскажи о себе. Что тут скажешь? Возможно, среднестатистическому сайсильцу просто пора взяться за ум. А расскажи мне о сайсиле. Веселые деньки, не правда ли? Ладно, нежить, к ней мы уже и так привыкли. Так ведь еще и орки опять что-то забыли в порту. А что ты знаешь о нежити? Они являлись из ниоткуда. Это было, кажется, ох, 2 года назад. Как раз посреди зимы. Сначала до меня донесся их запах, а потом мне удалось разглядеть их самих в ночной темноте. И глаза отражали свет факела, словно у хищников. Но это были не волки. Это были наши предки, которые пришли, чтобы пожрать своих потомков. А расскажи-ка мне об этом нападении. Такой, расскажи-ка. Сайсил сейчас держится на посохе Арху. Да, легион старается изо всех сил, но не без волшебника мы все бы уже были либо рабами, либо трупами. Расскажи мне о легионе. Здешняя молодежь мечтает о легионе. Еще бы, легионерам быть куда выгоднее и интереснее, чем нищим сейсельским торговцам. А что можешь рассказать про орков? Как же мы перепугались, когда их вожак, огромный зеленый урод в окровавленных шкурах, выскочил на причал и бросился прямо на нас. К счастью, Арху оказался поблизости и быстро отправил его обратно в море. А какие слухи ходят в последнее время? Мы уже давно ждем подкрепления легиона, а его все никак не присылают. Когда же, наконец, в нашем городе наведут порядок? Есть какие-нибудь сведения об убийстве Джейка? Мне очень жаль этого беднягу. Надеюсь, Эсмеральду повесят. Ясно же, что она его убила. О! Слушай, так тут еще будут какие-то эти самые местные секретики. Ну, естественно, куда же без них-то? Да, вообще тема. Так, рыбешка. Уже пусто. Так ты посмотри, кто рядом стоит-то. Да-да. Сейчас я молотком жахну по помидору. И у меня будет паста. А, у тебя молоток уже есть, да? Да. Блин, я что-то протупила. Я уже сырное тесто это сделала. Пока ты все... Смотри, можно... Пока ты все это время делала, я готовила и изучала инвентарь, что у меня есть. А я за что нашла удочку, если что? Удочку можно использовать под двуручное оружие. Я, кстати, удила в How to Survive. Я там рыбу постоянно добывала и делала Карну кушать из, знаешь, господи, рыбу с картошкой ему делала постоянно. Он ел, в нее бегал. Женщина. Так, смотри, я тебе тыкву передаю. Так, музыка такая та-ра-ра-ра-ра. Что там? Ну передай же, что там передаешь? Алло. А вот все. А еще у меня есть кружка пива. А нет, я ее только пить могу. Пиво бухайте сами, пожалуйста. А что, можно? Ой, отмычки нашла, отлично. Пиво приготовить. Так, подожди, а еще у меня есть ингредиент зуб. Хочешь? Зуб? Я даже не знаю. Торчик, клык. А еще есть какой-то синий желчник. Тоже ингредиент, типа. Ну ты мне кидай что-нибудь. Все, короче, кидай. Так, гипиния какая-то. Это, кстати... как называется? Забыл. Гриб. О. Так, ты что убежал-то? Сковородка. Миска. Хочешь миску? Вы понимаете, это, да? Правда, вот, она... Вы понимаете, как роли распределяются сейчас, да? Да нет. Слышишь, ты что убежала-то? Я ищу. Сковородка — оружие свободы, да? А между прочим, она действительно может использоваться как одноручное оружие. Прикинь. Так, слушай, подожди, у меня был жуткий... А, у меня выключился
Выключила запись, все, заканчиваю серию, потому что у меня, видимо, место закончилось. Ну ладно, ребят, тогда мы действительно здесь остановимся, тем более, что уже 30 минут есть, слава тебе, Господи. А, в общем, в следующей серии, я надеюсь, у меня инвентарь будет выглядеть не так, а как-нибудь более компактно. Компактно. Потому что это какой-то компактно. Компотов наваришь, и будет компактно. В общем, ребят, мы надеемся, что эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте палец вверх, оставляйте комментарии, как вам вообще игра. По-моему, вообще класс, безумный. Да, меня радует бесконечный крафт. И прям просто здесь столько всего, я прям одуреваю. Прям ух, у меня голова кругом идет. В общем, что делать, вы знаете, не забывайтесь, господа и дамы, да, не забывайте подписываться на наши каналы, вступать в группу и в ту, и в другую ВКонтакте. И, в общем-то, всем огромное спасибо за ваше внимание. С вами были Ира и Севен. Всем удачи и пока-пока. Увидимся, пока.